радоваться, царь, и о спасении твоем возрадуется зело. Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его. Яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец от камня честно. Живота просил есть у тебя, и дал еси ему долготу дни во век века. Велия славы его спасением твоим. Высокопетровский мужской монастырь. Одна из величайших святынь первопрестольного града Москвы. Расположен он в самом центре города, на углу улицы Петровка и Петровского бульвара. Основан святителем Петром в начале XIV века. На страницах летописи обители неразрывно переплетаются история Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Основание обители историки относят к 1315-1317 годам, когда святитель Петр был приглашен в Москву князем Иоанном Даниловичем Калитой. Князь часто прибегал к духовным советам митрополита и во всем слушал его. По любви к монашескому уединенному житию митрополит Петр не мог надолго оставаться в шумном Кремле и просил разрешения у князя построить неподалеку небольшой монастырь. Так на высоком берегу реки Неглинной возникла обитель с храмом в честь святых первоверховных апостолов Петра, небесного покровителя митрополита, и Павла. Здесь в молитвах о Руси и о пастве своей святитель Петр все более укреплялся в мысли о перенесении постоянного места пребывания первосвятителей Русской Церкви в Москву, что и было осуществлено им в 1325 году. «Аще меня, сыну, послушаешь, и храм Пресвятой Богородицы воздвигнешь в своем граде, и сам прославишься паче нех князей, и сыновей, и внуцы твои в роды, и град сей славен будет во всех градях русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог в нем». Еще же и мои кости в нем положены будут. По совету митрополита Иоанн Калита заложил в Кремле каменный Успенский собор, где вскоре было погребено тело святителя. Москва же стала укрепляться не только как духовный, но и как государственный центр российской державы. Вскоре после смерти святителя и последовавшим за ней его прославлением в лике святых, великий князь Иоанн Калита повелел переосветить восстановленную после одного из пожаров церковь обители и посвятить ее святителю Петру, митрополиту Киевскому, Московскому и всей России чудотворцу. Монастырь же стал именоваться Петровским или Высокопетровским. Собор на месте деревянного был воздвигнут в 1514-1517 годах по повелению великого князя Василия III итальянским архитектором Оливизом Фрязиным Новым, строителем Архангельского собора Кремля. Первое летописное упоминание о монастыре относится к 1379 году. В документе упоминается архимандрит Петровский Иоанн, первый общему житию начальник на Москве, что говорит о том, что в то время монастырь был уже в расцвете. Одним из святых строителей монастыря стал благоверный князь Дмитрий Донской, по чьему указу после нашествия на Москву хана Тахтамыша в 1382 году обитель была восстановлена, и в ней была устроена вторая церковь в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Церковь эта при Василии III была разобрана, и на ее месте построена церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы. Именно в этой церкви в 1682 году нашли место своего упокоения останки убиенных стрельцами Ивана и Афанасия Нарышкиных, родных братьев матери молодого царя Петра I. Проявляя особое усердие к памяти любимых дядьев, погибших как страстотерпцы от рук мятежников, Петр повелевает над их могилами воздвигнуть каменный собор в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Он был освящен в 1690 году. А также в их память возвести над святыми братами колокольню с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и построить братские кельи, Нарышкинские палаты.
Вскоре после избавления от стрельцов в 1689 году в Троице-Сергиевой лавре Петр I строит в обители храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Все эти храмы и здания монастыря были построены в новом тогда для Москвы стиле, получившем название «Московская» или «Нарышкинская барокко». Юный царь любил бывать в монастыре и даже помогать во время богослужений. Он пел на клиросе, алтарничал. Специально для моления молодого государя в алтарной части Боголюбского храма была построена особая молебная комната. Обитель начинают именовать государевым богомольем, знак чего крест главного купола Сергиевского храма увенчивается короной. Боголюбский собор с тех пор становится родовой усыпальницей бояр Нарышкиных. Здесь были похоронены дед Петра I, Кирилл Полуэктович, и его бабка, Анна Леонтьевна Нарышкина, а также многие его сродники по материнской линии. 18 каменных надгробий стояли в трапезной части храма и были покрыты богато украшенными пеленами. В середине XVIII века на средства статсдамы Нарышкиной была построена церковь в честь Толкской иконы Пресвятой Богородицы. А вскоре на собранные всем миром деньги церковь в честь преподобного Пахомия Великого над южными вратами монастыря. Война 1812 года стала временем тяжелого испытания для Москвы и для всей России. Тысяча французских кавалеристов была расквартирована в обители, а Боголюбский собор стал резиденцией маршала Мартье, назначенного Наполеоном губернатором Москвы. Здесь чинились суды и вершились расправы над москвичами, заподозренными в поджогах города. Многие из них были расстреляны у стен обители и похоронены здесь же, у колокольни. Монастырь вновь надо было восстанавливать, что потребовало многих трудов насельников обители. Настоятели монастыря проявляли особое усердие не только к строительству, но все более к духовному просвещению. Настоятелями назначались люди высокообразованные. Часто это были ректоры Московской и других духовных академий и семинарий. В 1863 году по благословению святителя Филарета Московского в стенах обители начало действовать общество любителей духовного просвещения. Здесь же располагалась епархиальная библиотека, духовно-цензурный комитет, чуть позже филиал Варнавинского общества трезвости, возглавляемого святым учеником Николаем Варжанским, расстрелянным в 1918 году. Большое внимание религиозно-нравственному церковному просвещению уделял и настоятель монастыря священномученик Макарий Гневушев, много потрудившийся как для внутреннего благоустройства монастырской жизни в Русской Православной Церкви, так и помогая простому народу в искоренении таких пороков, как пьянство, вольнодумство, равнодушие к духовной жизни. Епископ Макарий также был расстрелян в 1918-м, явив истинный образ пастыря доброго, до последних минут своей жизни утешавший нуждавшихся в утешении и благословивший своих палачей. В 20-х годах 20 века в стенах обители тайно продолжала действовать Московская духовная академия, руководил которой в то время настоятель монастыря епископ Варфоломей Ремов. 20-е и 30-е годы 20-го столетия занимают особое место в истории монастыря. Официально лишь один храм обители продолжал в это время действовать как приходской. Однако жизнь общины полностью строилась по монастырскому уставу. Богослужения не сокращались. Процветало старчество, воспринятое от Зосимовой и Оптиной пустыни. Духовные чады ежедневно исповедовали помыслы духовникам. Благословлялось чтение аскетической литературы. Труд в светских учреждениях вменялся как святое монастырское послушание. Это был монастырь в миру. Монастырь без стен и одежды. Совершались монашеские постриги, как тайные, особенно среди женщин, так и явные, в основном среди мужчин, которые выходили на открытое служение Богу и Его Церкви.
С 1929 по 1935 год тайный монастырь существовал вне стен обители. Сначала в храме преподобного Сергия Радонежского на Большой Дмитровке, а затем в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. Но община продолжала оставаться Петровской. В соборе новомучеников и исповедников российских, ныне прославлены клирики Высокопетровского монастыря, преподобные мученики Игнатий Лебедев, Герман Полянский, Феодор Богоявленский, Макарий Моржов, Варлаам Никольский, Косма Магда. Еще многие клирики, постриженники и прихожане обители были расстреляны или умерли в тюрьмах, прошли лагеря и ссылки. Все они ныне ходатайствуют о нас пред престолом Божиим. После закрытия обители мне разместили завод по ремонту моторов для сельхозтехники, центральная медицинская библиотека, Посавиахим. Многие помещения были отданы под коммунальные квартиры. Более 600 человек проживало на территории монастыря. Храмы и помещения обители были перестроены и обезображены. Позже здесь разместили учреждения Министерства культуры. В 1960-80-х годах началось внешнее восстановление обители под руководством архитектора-реставратора Бориса Дедушенко. Восстановление и реставрация монастыря, требующее серьезного подхода, многих трудов историков, археологов, реставраторов, архитекторов, художников и других специалистов, продолжается и сейчас. 10 октября 2009 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решением Священного Синода в монастыре была возобновлена монашеская жизнь. Наместником монастыря назначен епископ Зарайский Меркурий, председатель отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 20 февраля 2010 года Святейший Патриарх Кирилл, священно-архимандрит Высокопетровского монастыря, отслужил здесь божественную литургию и передал в дар обители величайшую святыню, часть мощей ее основателя, святителя Московского Петра. После литургии Святейший Патриарх освятил главный благовестник монастыря, восьмитонный колокол святитель Петр. Всего на монастырской звоннице будет 12 колоколов. Недавно монастырю была возвращена и другая святыня – Казанская икона Пресвятой Богородицы, ранее принадлежавшая клирику обители преподобному мученику Феодору Богоявленскому. По благословению Святейшего Патриарха пополняется число братьев, налаживается монастырская жизнь. Ежедневно перед мощами святителя Петра служатся братские молебны. По воскресеньям после литургии совершается чин апанагии, а перед вечерней службой читается акафист святителю Петру перед его святыми мощами. Уже совершен первый иноческий постриг и диаконская хиротония среди братьев монастыря. Все больше людей приходит в монастырь помолиться и поклониться ее святыням, чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, святым угодникам Божьим, частицы мощей которых почивают в монастыре, святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, святителю Спиридону Тримифунскому, Киево-Печерским святым, преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому, священномученику Фадею Тверскому. Молитвами святителя Петра Московского, основателя этой святой обители, и всех святых в обители сей подвязавшихся, да благословит Господь ее братью, всех труждающихся в ней, всех ее прихожан, жертвователей и благодетелей.